Появляются все новые и новые подробности новогодней трагедии в Макеевском ПТУ, где в канун Нового года погибло около 400 мобилизованных. Журналисты не оставляют эту историю и находят шокирующие факты. Помимо давно известного, что 600 мобилизованных поселили в незащищенном ПТУ, так еще заставили смотреть новогоднее обращение Путина, собрав всех в актовом зале. В момент просмотра их и накрыли из хаймарсов. Основное начальство отсутствовало, они уехали по домам отмечать Новый год. Как-никак праздник, который хочется провести с семьей. Но это еще не все. Журналистам удалось раскопать еще один интересный факт. За 40 дней до удара попы провели обряд благословения на войну. На фото видно, что обряд проводили уникальным крестом. Уникальность его в том, что в нем вкрапление маленького кусочка дерева из креста, на котором был распят Христос. Но журналисты выяснили, что крест был украден 3 года назад в Луганской области. Хоть местная церковь заявляет, что архимандрит Варфоломей вывез его исключительно для сохранения. Узнав об этом, жены солдат и сами солдаты теперь отказываются от церемонии с этим крестом. А те, кто прошел обряд, требуют провести новый, иначе они на фронт не поедут.